我是大磊。我给你。我给你。啊不要害怕，这是啥呗？我كنت في اكس فاكس و صبر معايا ديال الليضة. فرح فرح. سلام. А сейчас встречает вот этого парня кто? Андрей. Андрей Хишам Шег. Хишам Шег. Хишам Шег. Привет. Привет. Меня зовут Хишам Шег. Еще раз. А, трудно. Все трудно. Так говорят. Да. Хишам. Хишам. Да. Шег. Хишам Шег. Да. Шег. Шег. Да. Шег. Вот. Хишам Шег. О, как хэштег почти. Ты откуда? Я с Марокко. Ого-го, далековато ты. Очень. Приехал издалека. Давно в Киеве, в Украине? Да, два года. Что делаешь? Учусь. На кого? Авиационный, ракетостроение. У меня друг тут был. Он сказал, Украина, Украина, хорошо. Тут есть авиация, а у нас нет авиации, а я хотел авиации. Почему не на авиации? Потому что люблю самолеты. Все вот так. Что ты хочешь на X-Factor? Это моя мечта. Мечта твоя? Я пою, когда у меня было вообще 12 лет. Скажи мне, ты поешь всегда? Или каждый только день. Когда ты любишь, или когда ты расстроен, нет, плачешь, или когда радость? Каждый день поешь? Ну, когда есть чувства, это больше. Я тебе желаю, спасибо, чтобы твои большое. Чувства почувствовали мы все. Нет, не надо. Потому что плохая чувство. А, плохая чувство? Тогда мы все не чувствуем чувства хэштега. Ладно, тогда просто хорошо спой. Хорошо. Хишам Шег. Можно его, интересно, называть Хишамчик? Ну, уменьшенно ласкательно. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Хишам Шег. Я приехал с города Днепропетровск. Вы меня простите, это мне прислали смс-ку, не важно. Убивает. Как вас скажут, еще раз зовут? Я понял теперь. Ну, Хишамщик. Но это трудно, все говорят. Трудно говорить это. Хишам. Имя. То есть зовут Хишам, да? Да. Хишам, скажите, есть? Извините, пожалуйста, я простите. Да нет, я люблю шутить вообще тоже. Ох, замолчи. Хишам, вы наркотиков с собой не пронесли, случайно? Хишам. Простите, пожалуйста. Я предлагаю передать слово все-таки Юле. Я думаю, что там со. Понятно. О, я уже взял. Да, еще не взял. Хишам. А че вы смеетесь? Андрей, хорош уже. Не, извините, пожалуйста. Я не могу задать вопрос. Надо видеть по фамилии человека. Шег. Все, я больше не буду сейчас. А где вы учитесь? Что происходит, блин? Я такого кастинга не помню. Все, потекло. Потекло все уже. Давно потом скажите мне, да. Хишам. А чем отличается? Мы начнем его слушать или нет? Что вы нам приготовили?
Господи. Это у него такой одеколон. Что? Его точно нужно брать в лагерь. Послушайте, я предлагаю голосовать. Андрей. Давайте. Давайте. Вы меня простите, пожалуйста. Давайте. Мы можем начать с меня. Если давайте. Я более-менее сейчас так еще в норме. Хишам. Что? Вы нам уже нравитесь, правда. Я не вижу оснований не сказать вам «да». Я говорю «да». Я говорю «да». Хишам, я такого не видела вообще еще Андреев. Это потрясающе, что вы произвели на него такое впечатление. Поэтому говорю вам «да». Хишам, вы очень веселый. Я тоже говорю вам «да». Ну, я хочу петь вообще. Споете в тренировочном лагере, это правда. Вы везунчик. Поздравляю. У вас 4 «да», и вы проходите в следующий этап. Поздравляю. Вы наш 10-тысячный посетитель. Это лотерея. Такого никогда не было вообще в жизни. Что это было? Не, я понимаю, но массово, когда это происходит, это прям нереально. Что? Нет, мне смешно, потому что Андрею так смешно. Это было так необычно. Ты понял, что произошло? Ничего не понял. Но я поняла только так, что ты прошел дальше. У тебя песня была? Да. Какая? Я не пел. Ну, спой. Без микрофона? Да, без микрофона. Je crois que j'étais bien trop loin. Давайте послушаем, как поет. Тихо. Он поет. Тихо, тихо. Тише, тише. Fais ton ce qui était mieux. Je fais toujours ce même rêve. Je me vois remonter le temps. Revenir à nos plus belles balades. Вот просто, вы понимаете, что это такое вообще? Les yeux vers l'horizon. Ничего. Класс. Это наш 10-тысячный посетитель. Он добавляется в нашу галерею счастливых людей 7-го X-фактора. Улыбайся. Спасибо. Ярко улыбайся. Вот мне нравится, как складывается сегодняшний день. Участники хороши, и, соответственно, судьи довольны. Вообще все прекрасно, звезды сошлись. На X-Factor происходят чудеса. Были люди, которые реально вызывали восхищение. И реально хотелось встать и хлопать. У меня только один вопрос был. Где они были раньше? Я говорю «да». Я говорю «да». Да. У вас 4 «да». Вот ты попался на этот крючок. Ты и ты этому рад. Тогда это счастье.